Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня ваша любимая рубрика «Путь до легенды», и прямо сегодня я заканчиваю калибровку. Поэтому, дружище, пожалуйста, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал Кента ПК. Ну что же, а мы начинаем тащить. Братан, прямо сейчас поставь видео на паузу и напиши в комментариях, на кого я откалибруюсь. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну что ж, пацаны, поехали! Ну! Убил! Фух, первый пошел. Пацаны, мне только что позвонил Тик-Так, вы даже не представляете, как же он не вовремя позвонил, пацаны. Это просто габелло. Братан, до свидания. Минус 2! Минус 3 сделаю. Как думаете, минус 3? Хочу минус 3. Братан? Давай, до свидания! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Убили. Не фартануло. Так, ну что же, в прошлом раунде нам повезло не очень, потому что бомба была не у меня. В этом раунде бомбу взял Кента пока в свои руки. Ну и прямо сейчас, пацаны, Кента пока вам покажет, что это Кента пока. Что это киборги, да? Сейчас, пацаны, просто за киборгов всем навалю, наверное. Полетели. Счет 1-1, честно говоря, это не очень хорошо, потому что мы должны выиграть 9-0. Так, никого нету, нормально. Никого нету. Так, пацаны, проходим на план Б. Давайте, братан, ты иди первый, тебе не жалко, ну сам понимаешь. Кент, пока у мамы один, а вас много. Давай, иди. Так. Нормально. Пленчи бомбу, никого нет. Я вас прошу, прикройте меня, чтобы меня не убили только. Ништяк! Да, блин! Ну я ж попросил, ребята. Так, почему мы выигрываем? Обалдеть, мы выигрываем. Леонид просто машина. Почти посмотрите на игру Леонида. Он уже пол игры сидит в этом месте. Леонид, ну ты так мощно не играешь, ты нас сильно пугаешь. Слушай, пацаны, пока что все очень даже хорошо. Красавчики. Давай. Да ты что, Леонид? Я тебя люблю. Ну что, пацаны, 2-1. Красавчики, горжусь вами, лучше. О, Кента пока обратно бомбу получил. Ништяк, это очень даже хорошо. Беру бронежилет, берусь АКР и пацаны. Давайте, сейчас напишу моим командам А. Ну я же написал на А, идем, ты куда пошел, блин, на Б? Ладно, пацаны, я понял. Поехали. По минимапе вижу тут противник. До свидания. Домой, пацаны, надо побеждать. Ёханый бабай. Ё-моё, в дыму один. Пацаны, прикройте, пленчи бомбу. Так. Остались 3 в 3. Домой. Попал. Ништяк. Красавчики. Хорошо играем, пацаны, лучше. Ё-моё. Блин, пацаны, еще успеет раздефюзить бомбу. Сверху. Ну за что? Ну ё-моё, опять минус 28 в голову. Ну что же, дамы и господа, на данный момент счет 3-3, пока что ничья. Давайте обратно пойдем на план Б и надеюсь, в этот раз нам повезет побольше. На самом деле мы играем за сильную сторону, то есть если мы будем играть за команду спецназа, нам будет уже гораздо сложнее. Поэтому я искренне надеюсь на то, что ну все-таки мы как-то сможем выиграть эту катку. Очень надеюсь. Ну, против нас впали довольно-таки сильные противники. Там у парней гол 3, гол 4. Но это, типа, ну, нормальное звание. Это далеко не нубы. Так, нормально. Пацаны, прикройте. Пленчу бомбу. Да ты что, сказка. Сверху кто-то топает. Ай, до свидания. Там еще один. До свидания. Почти минус 3. Ребятки, добейте. Команда, прошу. Хорош, красавчики, да, 4-3 взяли, 100% взяли. Вы даже не представляете, насколько сильно я волнуюсь, потому что, ребят, мы играем на звание. То есть прямо сейчас все решится, какое у меня будет звание. Вдруг я буду бронза, вдруг я буду сильвер. Я не знаю, на кого я откалибруюсь, но я реально буду стараться хотя бы на голд. Я очень сильно хочу получить голд. Ну что же, поехали. И опять вся наша команда на А, а мы на Б. Так, подождите, а что мы делаем на Б? Так, ребята, это была плохая затея. Ну, давайте через мид помогу нашим тиммейтам. Ё-моё, убили. Тише. До свидания. Забрал. Нормально. Вообще. Ай-яй-яй. Ай, ну со спины. Ну, блин, ну некрасиво же. Алё, гараж. Так, пацаны, вас, короче, слышишь, вас двое, их трое. Ну, если вы сольёте, я вас не прощу. Поэтому давайте старайтесь до талого, до конца. Давайте, братва, я вас верю. Клава Кока, давай. Ну как ты не стрелял? Ну ты что делал там, втыкал тупо?
Ой, ребята, 4-4, ну это просто фиаско. Блин, походу сольем эту катку, ну ё-моё. Я, кстати, на первом месте, хоть я играю реально не очень хорошо. Я сам поражаюсь, как такое возможно, но... Все, почти, давайте. Надо взять этот раунд однозначно, потому что если мы его не возьмем, скорее всего, мы проиграем. Команда, я вас прошу, пожалуйста, прекращайте кушать какашки. Давайте, мужики, собрались. Я вот не понял, почему мы по все время идем на айс, и мы всегда там сливаемся. Вот прям всегда. А я тут противник! Убил! Люблю Кента, пока. Тише. Что? Как это читер? Да как он меня убил? А как такое возможно? Что это было? Я просто в шоке. Блин, почины, как же это обидно. Я его даже не видел, он не был ни на минимапе, нигде. А что это за прикол? Мне через стенку тупо? Это что, читер или как? Ребят, я не знаю, кто это. Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Или это чувак, который хорошо играет, или это читер. Пишут Аладдин как читы. Смотрите, он сам пишет. Я клянусь, смотрите. Аладдин как читы. Что? Да вы надоели, читер глимы! Да я бы... Да как? Ну почему всегда именно мне попадаются такие дурачки? Ой, как же горит. Дурачки — это их фамилия. Если что, я ни в коем случае никого не оскорбляю. Ну как же меня горит. Почему всегда попадается именно так? Еще чувак пишет. Аладдин, как ты читы? Да зашибись, классные читы. Не, классно откалибровался, почти честная игра. Калибруемся с читером или с багаюзером. Не знаю, кто это, но эти два чувака, я их просто не люблю. Опять, а как он залез туда? Да ты надоел, видели? Он опять залез сюда, что это за прикол? Что это за рофл? Как такое возможно? Не, ребят, ну, меня подгорает, честно. Вы же меня поймите, у меня реально подгорает. Короче, вот этот чувак под ником Жопа Куста, его все в чате оскорбляют и говорят, что он читер. Ну, зашибись, ребят. Я не знаю, это читы или это баги, но очень похоже на читы. Чувак-то в стенку залезает. Ну как это? Скажите мне, пожалуйста. Друзья, товарищи, опять лезет в стенку. Ё-моё, меня пасут. А. Давайте посмотрим этот аккаунт Жопа Куста. Кто же это такой? Время, общее время в игре 2200 часов. КД 1.29. Так, Леонид, красава. Леонид, один в один остались. Если не выиграешь, ну ты просто мне больше не друг. Леонид, давай. Давай. Помни, чему тебя учил Кента ПК. О, у Леонида бомба, все, ништяк. Ему надо просто ждать. Леонид, я тебя прошу, не спеши. Ни по кому не стреляй, просто жди, и все. Так, Леонидушка. Пока что, ребята, все очень даже хорошо. Так, у них остался вот этот Жопа Куста, это вот этот читер, который постоянно в стенке. Да куда ты вслепую стреляешь-то? Давай! Почти! Хорош. Не дай ему заполнить бомбу, Красавчик. Стреляй! Ребята, ну просто пресс-эф. Ё-моё, как же! Наша команда хорошо играет. Счет 4-9. Эх, ребята. Ох, я представляю, после этого видео меня абсолютно все будут называть нубом, раком и так далее. Эх, ребята. Блин, все так хорошо начиналось. Ё, вы даже не представляете, какие гадости пишут в чате. И мне даже их вслух читать непристойно. Ага. Так, пацаны, на миду есть противники. Тише, братан. Домой. Так, бомба у нас, это уже хорошо. Так, пацаны, этот раунд мы возьмем однозначно. Если мы его не возьмем, то мы просто полный раки! Нормально, Кента пока минус 2 сделал. Ну, пацаны, ну я просто в ударе сегодня. И вижу последний где-то там, да? Тише, последний тут. Как же это было сложно. Фух, лучше. О, этот чувак меня оскорбляет, пишет лакие. Ну, вы поняли. Ну что же, ребята, счет 5-9. Так, ништяк, мы одного забрали. Уже хорошо, уже нифига себе, сказал я себе. Так, вижу по минимапе, что где-то тут есть чуваки. Братан, до свидания. Обратно этого багаюзера прибил. Так, а ну-ка. И двое сверху. Давай! Пуля. Еще один тут. Ну, помогайте! Обалдеть, у меня команда мечты. Ну! Забрал! Ну блин! Ладно, ребята, можете писать, что Кент нуб и так далее. Все, поехали. Ё-моё! Ну что же, на кого откалибровался Кент АПК? Гол 3!
ну! Нифига себе! Так мы же проиграли! Я о таком даже не мечтал! Я гол 3, прикиньте! Да! Пуля! Круто, 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 круто! Еще и против читеров! Ну что же, ребятки, жду от вас хэштег продолжения, и я буду снимать продолжение. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Я очень рад, потому что я гол 3. Хоть мы и слили, но я гол 3, это реально для меня очень-очень много. Все, ребята, всех люблю, всем удачи, всем пока.